Из-за пандемии коронавируса публичные слушания по проекту бюджета Ленинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов были проведены в онлайн-формате. Трансляция была организована на сайте администрации муниципалитета. Были проведены все необходимые организационные мероприятия. Любой желающий мог зарегистрироваться, принять участие, о чем уже было сказано в ходе проведения публичных слушаний. Поступили обращения, соответственно, от заинтересованных лиц, от граждан, которые проживают на нашей территории. На все были даны ответы либо в ходе проведения публичных слушаний, либо по желаниям заявителей будут даны ответы в письменной форме в установленный законом срок. Основным докладчиком стала заместитель главы администрации Ленинского городского округа и начальник финансово-экономического управления Лариса Колмогорова. Ее выступление сопровождалось презентацией, в которой были показаны основные параметры проекта бюджета. Бюджет Ленинского городского округа на 2021 год сформирован по доходам в сумме 8 миллиардов 906,2 миллиона рублей и по расходам в сумме 9 миллиардов 90 миллионов 700 тысяч рублей с дефицитом 184,5 миллиона рублей. Главный документ был сформирован с учетом условий преобразования Ленинского муниципального района и входивших в его состав городских и сельских поселений в городской округ. Как и в прежние годы, бюджет будет социально ориентированным. Основная доля расходов идет на такие направления, как образование, здравоохранение, культура, спорт, социальная поддержка населения и содержание объектов общественной инфраструктуры для обеспечения комфортного проживания наших жителей. Также немаловажным фактом при формировании бюджета стала пандемия COVID-19. Планируется, что при условии принятия бюджета будет обеспечено беспроблемное существование экономики округа и сохранится комфортный уровень жизни граждан. По итогам публичных слушаний проект бюджета был одобрен. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.